Ага, проверка звука. Проверка звука. Еще раз. Бегаем, проверяем. Бегаем, проверяем. Так, еще раз. 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 Бегаем, проверяем. Что-то матрица опять сумировала еще. Так, последний раз тогда отбегаем. Так, и вот так. Так, и так. Так, опять непонятно. Чуть подольше проверяем. Так, ну, в принципе, окей. Так. Так. Так, отлично. Ну что ж. Привет, друг, с тобой Глебовский. Это продолжение Амнезии Джастин, но не сказать прям, что буквально, потому что здесь нет сохранений. Да, это я выяснил еще в предыдущем выпуске, который называется First Try, это Second Try у меня будет. То есть не выпуски, а попытки. То есть я, по сути, опять начинаю дополнение сначала, но оно, впрочем, коротенькое, и, в принципе, как я узнал в интернете, ну, тут сюжет строится по-простому. Тут несколько концовок, даже, по-моему, побольше, чем в основной кампании. Типа, все строится, во-первых, по принципу того, выживешь ли ты или умрешь, играя за девушку. А во-вторых, скольких ты, грубо говоря, убьешь. Типа, я так понимаю, что можно пройти сравнительно быстро и убив максимум человек, а можно пройти как пацифист, стараясь не убить никого, но это сложнее и более заморочено. То есть тоже можно проходить уровни, то есть какими-то обходными путями, при этом никого не убив. Так что начинаем заново, но давайте вот эту первую часть постараемся оперативнее. Хотя я допускаю, что, может быть, я сделаю что-нибудь, что не было, чего не было в предыдущем выпуске. Типа, пойду в какой-нибудь уголок, в который я не заходил. Давайте посмотрим. Но мы продолжаем. К слову, хочу предупредить вас, что это, возможно, может быть последний выпуск, потому что я не знаю, как будет обстоять дела. Тем более, что эта игра просто на Хэллоуин, чисто по вайбу. Поэтому все может быть. То есть я играю, считайте, уже не столько для сюжета, сколько для процесса. То есть главное здесь это геймплей и новые попытки как-то переосмыслить свой путь. Все остальное я посмотрю для себя лично, так что сильно не расстраивайтесь, это в противном случае, что очень даже вероятно. Давайте, погнали. Ну, придется. Вторая попытка. Попытка не пытка, как говорится. Поэтому да. Что-то немножко долго загружается, мне кажется, на этот раз. Так, заставку мы опускаем, пытаемся выйти. Ага. Хочет. Так, пытаемся сейчас выйти. Так, это. Его зовут типа как Скиннер или как Сорсер. Я помню. Так, вторая попытка. Так, то есть придется немножко подождать с этой заставкой, поэтому. Стоп, стоп, стоп. Так, мы узбеки проснулись. Пытаемся. Лампу, видимо, придется доставать. Вот лампа, значит, придется в любом случае. Вот сейчас тянем. Придется как-то потянуть. Как в прошлый раз было, сейчас, подождите. То есть в прошлый раз я вот так потянул. Так, придется опять. То есть нам придется неизбежно включить этот граммофон. Да дайте мне уже лампу, наконец, господи. Чего жалко, что. Хотя я не то, что использовал, но. Bienvenue. You are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me, for this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my. Смотрите, это ход. Так вот так мы ходили здесь, наслаждались вайбом. Предлагаю немножко попробовать разнообразить маршрут, попробовать сходить сюда. Вот здесь я, вот тут я не был.
похож туда, а тут я не был. Впрочем, тут завал, поэтому смысла я не вижу. Он нас увидел. Здесь, судя по всему, можно спустить попробовать. Понял, понял. Возможно, можно пройти сюда. Сюда нет. Не вариант. То есть этот ББ все-таки здесь тоже ходит как-то. Так вот, эта темница опять. У меня есть план. Попробовать как-то пробраться дальше, немножко обходным путем, не убивая вот этого челика, а попробовать как бы построить коробки, что ли. То есть надо собрать какой-нибудь мусор. А так попробуем сделать пирамидку небольшую. Тут, кстати, можно, я так понимаю, ходить. Если это проверка на человечность, так что мы ее выполним. Так это... Это я помню, можно даже не читать. Так, здесь не читать. Я думал, здесь можно ходить. Но не особо. Так, давайте. Короче, нужно собрать из всего и вся... Всякий-то мусор. Пытаюсь сделать все более неформально. Так что давайте. Не будем убивать этого челика. Просто постараемся так как-то взобраться. Хотя это будет немножко вот геморно, но... Так, нужно явно побольше предметов, поэтому сейчас будем это собирать. Нам жалко убивать этого чела. Хорошо так строится все. У меня есть идея. Основание сделать из бочек. Сейчас тогда немножко разрушим конструкцию. Вот. Вот это прям будет жесткое такое основание. На некоторые... Вот ступеньки стулья использовать в качестве ступенек. Вот. А вот здесь как-нибудь... Вот как-то пытаюсь поправить. Не знаю. Просто если вот так попробую поставить... Просто у меня стояло сначала удачно, сейчас их... Блин, сейчас придет. С таким... Может быть, где-то здесь еще можно открыть что-то. Понял. Кровать! То есть я могу потащить на себе целую кровать? Ой, тяжелая, ой, блин. Я понял, я могу типа сделать как горку. На все вот эту конструкцию положить. Кстати, тут даже можно, по-моему, спуститься, мне кажется. Это не знаю, насколько это возможно. Да не буду тебя беспокоить, мужик, все. Пытаемся вот так поднять. Давайте. То есть дополнение, в отличие от своей компании, оно не очень-то линейно. Оно больше про... Как ты поступишь в одной и той же ситуации после каждой вот такой попытки. И в этом она прикольная. То есть можно попробовать что-то... Разное, то, что ты еще не делал раньше. В прошлый раз я просто такой, ну, потяну за рычаг, все, убил человека, ну, пополз дальше. Но так дело не делается. Здесь я буду пацифистом и буду стараться никого не убить. Буду как врач поступать, который соблюдает клятву Гиппократа. Это да. Давайте потянем. Тянем, потянем, вытянуть очень даже можем. Блядь, что-то тяжелое, что-то... Бля, оно застряло. Можно потащить вот так. А, вот, супер. Все просто. Я просто не знаю, как вот. Тут особо как бы вверх не потянешь. То есть, либо ты вот так... То есть, здесь довольно, довольно тяжело. То есть, это только по горизонтали. Короче. Секунду. Как вам удалось убежать? Короче, вот эти коробки тоже нужны. Кстати, как раз они даже, по-моему, даже понадежнее будут. Просто пытаемся создать как рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Такие, да. Главное, что при этом удалось... То есть они здесь, эти вещи, неспроста. Они здесь как раз намекают нам на обходной путь.
обходной способ. Такой более замороченный, но при этом более мирный. Так что мы здесь добрая, Джастин. Мы не злая, как уж и раз. И не которую звали чай пить. Кстати, через часок я в любом случае должен тоже освободиться. Поэтому об этом я и сказал вначале. Потому что у меня дела, а завтра, ну... У меня вообще, ребят, начинается вот реально моя первая работа. То есть, первое задание по моей первой работе. Так что, это такой момент жизни у меня. Так, дальше уже какая-то морока происходит, честно говоря. Впрочем, у меня есть кровать. Это будет как основание. Блин, не потащишь особо. Ладно, сейчас подождите. Ну его как-то же можно подтащить, я просто не знаю. Есть вариант. Это будет как первая ступенька такая. Условно. Да, так, стулья в последнюю очередь. Сначала идут... Сначала идет самое главное. Это коробки. Самые нижние, самые прочные. Это коробки. Подождите. Коробки, получается. Хотя не знаю, может кровать особо и не понадобится. Но она тем более громоздкая и не то, что прям прямая. Скорее кровать это, чтобы монстр не пришел. Короче, у меня есть еще более отбитый план. Пытаться, хотя я не знаю, здесь... Протащить кровать туда, просто чтобы монстр типа затупил. Не мог прийти. Хотя с другой стороны, это мало ли. Если я просто открою здесь, придет сейчас вот этот ББ, будет меня преследовать. И я не очень хочу туда заглядывать. Тоже это тебя помню, да. Но... Дали как-то попытаться вот так вот. Они надежнее, когда вертикально, надо как-то... стенки вот так вот прижать. Что ж ты скользишь-то, господи, ты же не балерина. А может и балерин, кто знает, кто это был за женщина прошла. Так, уже лучше. Уже хорошо. Тогда вот эту бочку попробуем таким же способом. Стараемся аккуратно поставить. Я просто не помню, как поворачивать объекты. Может попробовать как-то опустить? О! Вот, как-то... Хотя нет, ведь... Надо вот так ухватить ее, стараться ее... поставить. О! Отлично! О! Вот она, происходит чудо. Чудо инженерии, отлично. Блять, а что-то далеко как-то очень. Вот это начинает мне не очень нравиться. У нас еще одна бочка. Подождите. Да я тебя слышу, успокойся. Блин. Я тебя прекрасно слышу, только ты меня отвлекаешь. Просто не знаю. Ой, блядь. Она сильно шумит, а то это ББ может пройти, я не знаю. Я просто не собираюсь нажимать этот дурацкий рычаг. Рычаг это для лохов. Для тех, кто не понимает человеческие истины. Так что не будем нажимать. То есть такая немножко странная физика, конечно, игры, но прикольная. И можно... Под нее можно подстроиться. Фромка своих интересов. О! Ровно! Так. Вот так его. Вот так. Подтащили. И... Давай, 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 давай. Не падай. Не падай. Не падай. Нет, не падай. Привет. Не слышишь, как ты... Что это у тебя? Это правда зашел. Разберись, что из этого можно выпустить. Короче, я пытаюсь... Хочешь прикол?
Поскольку это дополнение, которое без сохранений, и там, типа, возможность, типа, кого-то спасти или убить. Типа, в прошлый раз я просто нажал рычаг, и раз, что я набил человека. А сейчас я пытаюсь сделать, ну, как бы, то же самое, но обходным путем, чтобы не убивать, просто пытаюсь добраться. Вот так. Это не получится. Да, я думаю, получится, в этом и смысл, типа, как можно... Ну, покажи, там же, там же текстура. Не, я там, когда прошел, там можно забраться. Так, не забудьте выключить свет и закрыть двери, пожалуйста. Получится, не получится. Как будто они проверяли. Так, для... Сейчас, для более плавного перемещения стулья ставим вот так. Как-то. Как ступеньки определенные. С ней прям отлично подходит, как ступеньки. Потом попробую, это когда пойму, что конструкция выглядит более-менее, так попробую быстренько пробежать, типа, не понял. Понятно, так. Я же не дура. Я же понимаю, где подставлены, что... Стоп. Так, вот здесь момент такой не очень приятный. То есть мне не достает определенно. Аккуратно. Не хватает, типа. Шагов. Тогда поменяем немножко местами. Вот эту бетонную фигню я поставлю пониже, а эту вот сейчас выше поставлю. Давайте. Так, хорошо. Вот это поставим сюда. Можно наоборот как раз. Вот это все дело вот так пододвинуть. Стараемся не упасть. Кстати, здесь можно использовать как ступень. Разную. Давайте. Оп. Два, три, четыре и... Да что ж ты будешь делать? Опять все заново. Ну ладно. Попытка не пытка. Игра, как видите, немножко наказывает, когда дело доходит до перспектив. Но это и намек, что она может быть на правильном пути. Можно, конечно, более хаотично собрать, но оно может опять рухнуть, все это дело. Как тебе удалось сбежать? Жди. Стоп. Я сейчас рискну попробую. Может, все-таки рычаг нажать, но не полностью. Help me, please, help me. Давайте тогда так поступим. Смотрите, у нас вот эти предметы. Здесь важно делать все-таки акцент на том, что тверже всего. Я тебя прекрасно слышу, братан. Не мешай. Не пододвинешь. Тумбочку тоже никак. С другой стороны, что нам мешает попробовать взобраться сюда и как раз оттуда достать побольше ящиков? Кстати, а это тогда что? Я знаю! Это другой обходной путь, видите? Там ручка есть. Если мы туда попытаемся взобраться, типа колодец не гарантия. А здесь это типа... Может как-то попробуем взобраться, что ли? Я уже немножко путаюсь, походу. Это не подходит.
Вообще, все-таки сначала надо вот как-то забраться туда и забрать побольше всякого барахла, чтобы... Вот, смотрите, вот я говорил, это барахло можно брать. Этим можно брать и обмазываться. Давайте так, немножко соберем на время вот такую конструкцию. Потом эти коры в любом случае нам понадобятся для главной цели. Вот, раз. Так, сейчас пододвинем. То есть эти коробки, они куда надежнее. То есть чем больше таких будет коробок, тем лучше. Тем лучше будет для плана побега. Да-да-да. Себя попробую взять. Хорошо, может, когда можно совмещать прыжок и задержку. Примет. Типа, я хочу вот так попрыгнуть и под себя. Ой-ой-ой, блядь. Так, не сдаемся. Главное не сдаваться. Да блин. Даже ногу сломал. Сломала. Что ж, отлично. Надо очень аккуратно подниматься. О! Отлично, ребят. Смотрите, как. Единственное, дарю немножко себе. Короче, скидываем все вот это барахло, чтобы создать то, что мы запланировали. Все, вот оно. Вот эти ящики, по-моему, я не возьму уже особо. Короче, смотрите, какое чудо я собрал. Опять. Все в порядке, кристально чисто. Короче, делаем более продвинутую конструкцию. Еще лежат, отлично. И вот так по максимуму попытаемся вот так вот все собрать. А остальные потом уже дополнительно, чтобы просто как подпорку. Вот эти ящики больше именно для самой конструкции, в которую мы взберемся как раз потом. Почему вам более рационально не здесь это делать? Типа, у нас есть, в конце концов, второй вход. И попытаться подняться туда, чтобы открыть люк и, может, как-то забраться. Может, нам этот вход не так-то и нужен, окажется. Типа, нам сразу намекают, что это какой-то второй обходной путь. Осторожно, не падать.
Падать, не падать, я сказал. Так, идем, 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 идем. Тут еще оказывается уплывающий. Это нам тоже пригодится. Видите, как все продумано. Еще не поздно, все как надо. Давайте попробуем и... Так, ну мы открыли, но что-то не пойму. Слишком высоко. Ага. Так. Кажется, я все правильно думаю, на самом деле, ребят. Очень даже. Вы Джастин? Джастин это я. Истина это я. Который строит блоки всего, что есть. С другой стороны, вот это большой, который тяжелый, вот такие... То есть вот эти коробки, они легкие, а вот эти небольшие, их лучше держать где-нибудь пониже. А вот эти коробки, которые полегче, соответственно, подходят для того, чтобы именно подняться. Что логично. Давайте. Ну что ты падаешь-то, господи. Ну не падай. Жди. Жди. Ой. Так, моя Вавилонская башня... Вроде рубит, но вроде непонятно, сколько рубит. Еще высоко. Куда еще выше? Так, оставим как ступенька, но она такая скользящая ступенька, вот не проблема. Я сиди, немножко сломай конструкцию, чтобы попробовать... Как-то попробовать рассинхронизировать, что ли, конструкцию. Немножко... Немножко еще более... Немножко отбитым образом сделать все. Давай-давай-давай. Оп. Еще ближе к победной цели. Все достижимо благодаря уму. Благодаря уму и разуму. Опять слишком высоко. Вы что, вы издеваетесь, что ли? Ядрёй, блин! Как мне тебя достать? У меня вообще есть что-нибудь такое, что... Есть какая-то дверь. Но ее не поднять. Вообще никак. А может пытаться все коробки как-то под себя, что ли, так устроить? Хотя нет. Вообще...
думать, блядь, надо думать. О, по-моему, так то, что поставил, даже хорошо. Но мне нужно как-то подниматься, поэтому придется в любом случае так все ставить. Стараться не ошибить особо. Оп. Как слишком высоко? Почему? Аккуратно спускаемся. Help me, please, help me. Хорошо, когда есть еще вот какие-то коробки лежат рядом. Ой, осторожно, не сшибить. Как бы не сшибить. Так. Стой. Не падай. Чё? Что так? Падай. Ну что типа того. Слишком высоко. А, так можно типа прям даже залезть. Все равно еще высоко. Но это прям вообще надо кровь из носу пытаться сейчас. О, хватился неплохо. Да не по... Опять ёбнулся. Так, ну по крайней мере, половина конструкции осталась в живых, что отлично. То есть даже имеет смысл не столько ухватиться, попытаться. Даже если я не полностью пройду, но буду рад, что хотя бы с этим разобрался. Как бы этим я показываю себе, что я в той иной ситуации могу уходить вполне себе скользко. Скользко, в хорошем смысле слова. Конечно же. Никаким грабителем, впрочем, я по жизни не собираюсь быть. Бочек я не очень хочу использовать, они все время падают.
Я могу, конечно, вот так на время поставить вместо бочки, вместо коробки бочку какую-то. Но эти бочки, они... Это те еще падлы. Могут в любой момент зайти и укатиться просто нахуй. Нахуй никуда. Давайте сначала просто проверим, как вообще конструкция в деле. Вот он-то дело, что верхняя часть, она у меня фигово спланирована. Самый отбитый способ сбежать. Вот я практически уже могу подняться, но мне не хватает. А может вот так меня периодически... Блин. Падай ты, господи. Более фиксированно, пожалуйста. Может, чтобы не было падений постоянно, стараться делать как бы двойные ступеньки, условно. То есть из двух каких-то блоков. Вот был бы я Стивом, просто бы поставил бы какие-то каменные блоки, пошел бы. А здесь... Здесь рассчитываю на физику. И то, чтобы ты не упал. Да вы, я вижу, барышня, скалолаз. Я скалолаз такой, что даже... Что сам Виктор в кошмарных снах этого не видит. Может так на себе вот так строить практически. Не стоит делать одноразовую конструкцию. Хотя есть определенные нюансы со всем этим. Типа, не падать. Как-то сложно со всем этим. Стоп, не падать, нет, не падай. Блять. Дальше только грохаться. Стоп.
Тук-тук-тук-тук-тук. Так, я немножко сдаюсь, надо гайды почитать. Блядь, телефон нет. А точнее, вот он. Ага, подожди. Так, а... Прохождение. Так, смотрим прохождение. Так. Продвигаться по коридору. Понятно. Вот, собрать все ящики, бочки помещений, построить из них своеобразные ступеньки. Скриншот внизу, как пример. После уже не остаться, когда прыгну до люка. Ну вот, это я собираюсь сделать. Ну, как-то не объясняет. То есть я это делаю правильно, просто... Может, мне надо удлинить, как бы... Удлинить все. То есть и бочки тоже задействовать. Рассчитываем на успех. Что какой-то пиздец. Я офигеваю.
Этот чувак, чувырла, который не буду называть, чтобы не оскорблять особо. Чувырла, блядь, конечно, умеет рассказывать. Где мы находимся вообще в склепе? На первой локации. А может сначала, знаете, не прям как ступеньки, а сначала как вот что-то из пола, сделать своеобразный пол, потом дальше уже пирамидкой. Может так? А так у нас эта конструкция просто падает. Хорошо, подождите меня. Надеюсь, ненадолго. Так, ребят, планы меняются. К черту эти коробки. Сейчас я заканчиваю. Тогда давайте попробуем завтра 50 на 50. Я сделаю третью попытку, но тогда я воспользуюсь старым способом. Я не буду над этим заморачиваться. То есть я просто, считайте, показал, что можно в этой игре проходить разными способами. Чё как. Поэтому давайте, ребят, ничего страшного. Даже если это последний выпуск... Все равно вернуться в Нази было круто, а так... Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока.